Дополнение для освоения, вот то, что мы сейчас узнали, работу обратной стороны, вот девайс самый популярный у нас в народе. Поэтому вот, рассматриваем, руку опустили, за счет подъема взрыва, раз, снизу, сбоку, сверх, и в различных комбинациях. Лучше, конечно же, работать симметрично, двумя руками, то есть... Взрывное действие идет как раз, то есть нож сам полегче, но вот здесь уже ставится навык укрепления связочек и отработка качественной техники. Продолжение использования любимого всеми девайса для отработки двоек и укрепления связочек и сухожилий. То есть изначально это все, конечно, шло в дополнение к саберной технике. Поэтому здесь, используя массу и силу инерции, мы запускаем девайс. Например, раз, два. Раз, два. Раз, два. Мы работаем все необходимые нам траектории. Используя как раз здесь есть фишечка, чтобы оно не вылетало. И используем силу инерции. Все возможные варианты ограничений могут быть только фантазии. Именно здесь мы задействуем лучезапястный сустав, при необходимости добавляя локтевой, соответственно, плечевой. И во всех уже вариантах, которые вам позволят фантазии для проработки необходимых траекторий. Запустили. Соответственно, для напоминания всех вот этих комбинаций, как мы можем их использовать, парень. То есть, когда мы находимся в стойке, двигаем, первое действие может быть направлено в руку. То есть, я атакую руку и перехожу на атаку в голову. И здесь в любых вариантах. Во втором случае, это когда противник начинает агрессивные действия, я его парирую, перехожу, соответственно, на контратаку.